Человеческое жилище, и до сих пор дикари возводят иглы или вигвамы. Как и многие люди, интересовавшиеся правдой жизни, я прекрасно понимаю, что заглавные островерха и выкрада нашего славянского алфавита и есть изображение первого жилища до дефис-дом. Понимаете, одни живут только по закону неби того, что можно пощупать, увидеть, воспринять всеми категориями чувств, деньги можно пощупать, еду увидеть. Это рациональное европейское мышление. Другие знают, что есть и мир Нави, и пирамида структурирует пространство в мире Нави, говорю просто, чтобы меня поняли обыватели. Кстати, я неделю поспал к своей пирамиде, и у меня камушек из почки вышел, только прошу написать, мол, не уверен, что только из-за пирамиды, я ведь в то время старался нормально питаться, купался, бегал.